Всем привет, дорогие друзья, с вами Джейк. И наконец-то, целый день я сидел с самого утра, ждал это дополнение под названием «Затерянные на Марсе». Даже я вот так скажу, что я знаю, что юбики назвали это, ну, даже русский локализатор назвали это, «Пленник Марса». Но это, я вам скажу, неправильный перевод. Lost on Mars, что в переводе «Затерянный на Марсе», даже «Потерянный на Марсе» можно это перевести. Но никак не «Пленник Марса». Ну, геморрой у меня был с этой игрушкой. Большой геморрой. Я с утра сидел и ждал, когда же она станет доступна. Когда она стала доступна, я ее пока не мог поиграть, потому что Uplay тупит. Я пытался долго ждал. Пока создавал карту в Arcade, ребят, в Arcade этом режиме их не мультиплеерном, создавал себе карту, менял некоторые детали, добавил пушки из этого Марса, и как бы выхожу и смотрю, можно уже установить, я такой, ну окей, ну наконец-то, а теперь просто не будем ждать, потому что мне нравится Марс. Не знаю, почему из всех планет, которых открыла Земля, ну и как открыла, назвала, мне нравится больше Марс. Своей таинственностью больше всего. Посмотрим, что же нам Марс предложит. В игре под названием, запомните, «Затерянный на Марсе», не «Пленник Марса». Это неправильный перевод, запомните вы. И знаете что? Я, может, мазафакер, но я хочу на высоким поиграть. Я знаю, я, может, псих, может, нет. Но я сейчас в Call of Duty рублюсь в этот VY. Какой VY? Дурак, что ли? Infinite Warfare. Я в него играю на высоком уровне сложности, а там гораздо сложнее, чем здесь. Посмотрим, что этот Марс нам предложит. Я смотрел только один трейлер, и то там ни хрена толком не показали, и все. Ну, как я и говорил, мне нравится Марс, я хочу увидеть здесь, как его сделали. И хочется погамать на нем. Я бы в реальности бы сгамал бы, если бы можно было. Да, я слушаю вас. Говорит, не край. Да ладно, Ник, здорово. Да хрен знает. Делаю кое-что для жены и дочки. Ясно, круто. Круто, спору нет, послушай. Помнишь, несколько лет назад мы с тобой надрались адского пойла в крыльях любви? И ты обещал мне, что если однажды какая-нибудь горячая штучка свободных взглядов из головой на плечах соблазнит меня и увезет в дальние страны, ну, ты придешь и спасешь меня. Ну, смутно, но... Что ж, братюня, собирайся, потому что время пришло. Мать твою! Здравствуй, корова! Ты какого хрена стала на дороге? Чёрт! Мне вообще-то некогда! Чувак, ты же обещал! И что для тебя обещание? Чёрт! Чё тут сказать? Тут корова прям перед дорогой стала. Чёрт, слушай, твоя беда может подождать до завтра? Увы, нет! С большой буквы «Н», дружище! Это один из тех вопросов жизни и смерти, которые мне приходится решать не по своей вине. Ладно, я помогу. Куда приехать? Довольно далеко, но не бойся, ты окажешься там в два счета. Вот сейчас не понял. Чёрт! Что за... Держись и постарайся не наплевать. Пришельцы, ребят, прилетели. Его захвати с собой. Чёрт! Скажу честно, меня вот эти лучи уже не удивляют. Нет. Если хотите, чтобы и вас они не удивляли больше, посмотрите сериал. Даже целую сагу посмотрите. Не знаю, лично она вам понравится или нет. Под названием. Да вы издеваетесь! Да черт на это издеваются или нет. Ник, удачи тебе там. А мы сейчас за них, кстати, будем играть. И да, что насчет я говорил? Что сериал называется «Звездные врата». Ubisoft Шанхай представляет. Сейчас скажешь, совместно с Ubisoft в Монреале. Требуется перезагрузка.
О, господи! Врать не знаю. Ну что, реально, посмотрите эту сагу, она... Надеюсь, там... нигде не натирает. Идет фильм, потом сериал. Что тут происходит? У этого сериала есть два фильма, а потом еще два сериала. Да, это много, но сериал того стоит. Правда, того стоит. Если вы не видели, то, пожалуйста. А если видели, ставьте лайк. Хёрк, ты мне вот объяснишь? Что за... Мощность систем... Что это за место, Хёрк? Что я здесь делаю? Слушай, братан, не всему в жизни есть логическое объяснение. Иногда вот так, без предисловия... Да, если честно скажу, сейчас не в кайф. Сидеть и записывать это. На улице жара, я окно закрыл, чтобы вам улицу было не слышно. Так, что а то, вы знаете, как это громко. Потому что если ты нас не спасёшь, мы... И да, я статика хочу. Я? О чем ты, мать твою, говоришь? Системные звуки давайте поменьше, даже, ладно, пусть на 80. Хотя, нет, давай на 60 я поставлю. Вы этого не видите, я знаю. Я просто сделал так, чтобы меня больше было слышно, чем вот этих пиздюков, потому что они бесят. Вижу, надеру задницу. Я в реале, Хёрк, я тебе сейчас приду задницу. What the fuck? Дизес! Твою мать! О, да, чел, я тоже очень рад тебя видеть. Да, я знаю, о чем ты думаешь. Да, ты башка! И хотя ответ на этот вопрос, безусловно, важен... Не, меня это не удивляет, вот честно скажу. Перво-наперво объясню, что происходит. Ты теперь на Марсе. Ура! Так, представь, что я простер к тебе руки, чтобы успокоить тебя. Зачем ты на Марсе? Чтобы спасти Землю. От чего? От вторжения пришельцев. Да-да, ты не ослышался, амиго. Буду откровенен. Непосредственно спасти Землю. Не мы с тобой, разумеется. Кёрк, я смотрю, тебе это нравится, да? Да, Тарина. Привет, ну вы знаете, прекрасно видите. Я бы его просто убью. О котором всё долдонил Ларри Паркер, помнишь? Одна проблема. Инопланетяне захватили всю планету и что-то натворили с ее сетью, чувак. И она схлопнулась. И нам надо ее вернуть. Как нам снова превратить Рину в прекрасную спасающую Землю бабочку, спросишь ты? Надо найти энергомодули и с их помощью запитать терминалы в ее сети. План надежный, не ссы. Но надо торопиться, чел. Вон там есть парочка энергомодульных хрени. Я все покажу, тащи их. Энергомодули? Вторжение пришельцев? Какого хера я об этом не просил? Слушай, мне реально жаль, чел, но ты не единственный, чья жизнь перевернулась с ног на голову по невероятным и очень подозрительным причинам. Глянь на меня. Если тут и есть жертва, так это Хёркстер. Не втягивай меня в это! Я хочу вернуться к семье! Не, не выйдет, чел. Мы потратили всю энергию, чтобы вытащить тебя. К тому же, если не врубим Рину, тебе некуда будет возвращаться. Ты мне вот объясни, как туда попасть? Бляха, муха, там что, дверь была? Ой, дурак я, дурак! Энергомодуль получен, что тут вообще для меня есть пока что? А, нихрена. Я, кстати, пока не знаю, тут будет так же, как в Darkness. Ты затащил меня сюда сейчас на Марс, мы... чтобы включить электричество? Да, там тоже сейчас... так весь героизм продавливается. Там тоже в переводе час тьмы, я сделаю себе потише. Восстановлено. Сработало, чел! Ник, это Рина. Рина, мой брат. Там Ник. Тоже в переводе час мы, а не... темное время. Хотя темное время. Нет, темное время по-другому переводим. Я просто перед этим всем я всегда захожу в переводчик, и мне он показывает. Но с твоей помощью я могу остановить их. Да, Хёрк мне все рассказал. Активируем терминалы, восстанавливаем питание, останавливаем вторжение пришельцев. Может, я что-то пропустил? Бляха-муха. Почему ты спрашиваешь? Не знаю. Как-то слишком просто для такой непростой миссии. Да вообще! Чего-то большего. Нет, все достаточно просто. Ну да. Ладно, все системы активны, займемся делом. Тебе понадобится что-нибудь для защиты, чел.
Да? Видишь зеленые бочки? Но. Бери то, что в них. Ну хорошо. Да, я знаю, что это напоминает космосперму, но эта штука творит чудеса. От самих инопланетян. Вы только хрени она не делает. Ну хорошо, подсобираю. Как закончишь, неси космосперму к 3D принтеру, я покажу тебе фокус. А, я-то думал, где? Вуаля, амиго! Ни хрена себе! Самые безумные желания! Да, я знаю, это стали тоже. Готовых шаблонов немного, но по мере восстановления я смогу извлекать новые чертежи из базы данных. Я уже стрелялся с этой пушки. А, в аркейд режиме. Да. А куда же еще? Что в предметах? Ну тоже ни хрена. Ну тут, кстати, пушки заменили, молодцы, ребят. И знаете, что он напоминает? Far Cry 3 Blood Dragon. Если вам тоже напоминает, то ставьте лайк. Больше средств для уничтожения всех форм жизни. Это же хорошая была часть. А, что значит всех форм жизни? О, будем снаружи, увидишь. Будем? Ага, я не позволю, чтобы вся слава за спасение мира досталась тебе. Давай, а почему это? Ты башка. Пошло. Дела ждут. Ой, блин. Можно я проснусь уже? Держись, да. Николас. Тебя ждет полный вынос мозга. Здесь представьте матч. В конце игры мы проснемся. Потерянный на Марс. Ну, затерянный, неважно. Затерянный, потерянный, это, кстати, неважно, я вам говорю. И музыка какая-то знакомая. Мои антенны разбросаны по территории. Активируйте их, это восстановит мои основные функции. Опа-па, ребят, а вам это ничего не напоминает? Иди антенны активируй. Не? Ни хрена? Да, но мне что-то тоже. А напоминает, знаете, что это? Старая часть Far Cry. Что же еще, блин? Ой, как страшно. Не парься, это ведь Марс, сечешь? Не. Стой, 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 не наступай туда. Космокраб! Стреляй, стреляй, ну! Не урони меня, я беззащитен! А, это зарядку показывает. Ну-ка. Осторожно, еще! Давай, Ник, я в тебя верю! Ни хрена! Какие, я смотрю, они милые! Блин, даже противник к ним подходить. Мне в реале к ним противно подходить. А здесь же еще какая-то, кстати, летающая создание будет, как в трейлере. Мы не найдем другие энергомодули, пока не зарядим антенну! Твою мать! Так вот, гемоли можно найти в зеленых контейнерах, разбросанные по всей планете. Нихуя себе! Вся планета в моем! У-ху! В моем... сейчас, секунду. Прот от наушников запутался в колесике. По всему Марсу? Мне что, весь Марс будет доступен? Ни хрена себе! Не, я, конечно, не верю в это. Вы можете собирать гемолии с трупов арахнидов. Уничтожайте арахниды, становится источником сыра... сырого гелемолия, который можно подобрать. Гемолия используется для печатки нового оружия. Окей. Что-то местная валюта. Мне теперь лезть наверх! Слушай, здесь все не настолько продвинуты, как в Монтане. Прошу прощения, лады? Ну да. Тут все-таки же гравитации толком нету. Я совсем забыл рассказать о космокрабах. Они живут под землей. Извини, что так вышло. Облажался. Да. Извини. Может, скажешь, что здесь происходит? Чел, смотрел фильм «Дрожь земли»? Да, охуенный фильм. Двигаются под землей точно так же. Изучи их хорошенько, они захватчики. Я смотрел этот фильм, я все части пересмотрел.
Я говорю, хороший фильм. Рина говорила мне, они хотят использовать ее, чтобы вторгнуться на Землю и сожрать всех людей. Кто не видел? Нет какой-то. Посмотрите. Верно. Мне лично люди понравилось. Станут пищей для арбиарахнидов, расползающиеся по всей вселенной. А возможно, разработчикам тоже оно понравилось. Они, ну, не выглядят настолько уж разумными. Но это так. Мелкие гады стащили энергомодули, чтобы Рина не могла включиться. Так, мне кажется, я ВК забыл выключить. Вернуть их на место, можешь не сомневаться, эти твари будут недовольны. Ага, хорошо. Так, я закрыл ВК. Чтобы больше нам он не мешал. Нам главное сейчас залезть наверх, что круто это сделано. Я не знал, что это такие антенны. Я честно, я без понятия. И откуда это я мог знать-то, ребят? Ах вы даете. Думали, я знаю, не, я не знаю. Так. Но попробуем. Да, попробуем. Работай. Антенна установлена. Функции улучшены. Отлично, Ник. Спасибо за помощь. Если изучишь карту, узнаешь расположение всех энергомодулей в этой области. Ни хрена. Антенна центра управления. А я думаю, также надо будет тупо здесь бегать по карте. Бляха-муха, ну дайте мне на карту посмотреть. Дай! И еще что меня бесит. Вот наверху, смотрите. Там у меня мини-радарчик такой. Он меня бесит. Некрасиво выглядит. Активация терминалов. Разблокируй чертежи нового оружия и предметы для 3D-принтеров. 3D-принтеры можно найти на всех антеннах и в разных областях мира. Посмотрев список заблокированных предметов в 3D-принтерах, вы можете узнать, как их открыть. Узнать о наградах за выполнение можно в дневнике. Вот мне просто не нравится та карта. О, вот эти достижение две получено. Похоже, это там. Добро пожаловать. Огромный космокраб напал. Ой, а вот я засекла сигнал твоего гравипояса неподалеку. Он повысит твою мобильность. Ну да, надо будет вышки тупо активировать. И поможет добраться до центра трансференции. О, да а ладно? Я, конечно же, все это сделаю. Мои реактивные рации еще работают, чувак! Так, давай-ка их найдем. Добыв гравипояс, отправляйтесь в центр трансференции. Что за трансференция, блин? Трансференция — это будущее. Она подключает мое сознание к кибермашине для убийств, типа ID-209. Но на Марсе все-таки гравитации нету. Я думал, он выживет. Ну там, по сути, правда нету ее, по сути, где-то. Я не знаю точно. О, видели, там крылатость пролетела. Вот они летают, вот эти будут. В трейлере показали их. И почему у меня 6 кадров было сейчас? Алло, вот FBI. Эти две точки. Похоже, это там на меня огромный космокраб напал. Тихо. Я засекла сигнал твоего гравипояса неподалеку. Да тихо, ребят. Он повысит твою мобильность, уменьшит урон от падения и поможет добраться до центра трансференции. О, да ладно! Мои реактивные рации еще работают, чувак! Так, давай-ка их найдем. Добыв гравипояс, отправляйтесь в центр трансференции. Ой, что за трансференция, блин? Заткнись. Да музыка просто знакомая что-то стала. Это телепорт. Она подключает мое сознание к кибермашине для убийств, типа ID-209. Трансференция — это будущее. Да, мы в курсе, Рина, мы в курсе. Блин, она пытается убедить меня забыть о бренном теле и жить себе дальше роботом. Но у меня хорошее предчувствие, чувак. Гениально я спускаюсь, да, ребят? Они умные, правда. Разблокирую шлюз. Ждите. О, черт, это что? Моя рука? Ну а чья еще-то умник? О. Мне че еще его начать искать, ни хрена себе. Я морально не готов принять. Не, ну я буду все вот это собирать на все 100%. Ну что, все равно это где-то уйдет у нас. Достаточно серий. Факт, что с моим пивным. А че? Все равно маленькое дополнение стопудово. Так.
Прежде чем покинуть Марс, вы должны собрать все части тела Хёрка. Вы можете отслеживать свой прогресс в разделе «Части тела Хёрка» в меню. И где мне его искать? Мои сканеры нашли еще несколько органических аномалий. Блин, серьезно? Мое тело разлетелось на куски? И как нам их все найти? При помощи трансференции ты сам сможешь обнаруживать подобные аномалии. Бля, вот ты мне вот объясни, что у меня с настройками? Я же менял себе управление, менял! Аптечка на контрол, иди ты в пень со своей аптечкой на контрол. Где буква Си? Си. Где присесть? Ребята, он что, здесь не садится? Ни хрена! Не садится, конечно, садится еще. Куда он денется, блин? Давайте бинокль. Отмена атаки. Хотя нет, да, оставим. Бинокль на R. Блок. Нет, блок на F. А что у нас? Ближний бой. Блок. Ну давай, блок пофиг будет. Я посмотрю, может потом изменю. Алло, открой! По рукам. Заключим же пакт. Находим части моего тела и собираем... Да подожди ты. Мне нужно карту посмотреть. Так, нужно... Терминала перезагружено. Это вот все вот эти вышки. Я понимаю. Ну ладно, молодцы, ребята. Гермальных аномалий обследовано. Испытание Ника Клаксона завершено. Шестик всего будет. Да ладно, Ника Клаксона? А он-то какого хрена на Марсе-то забыл? В записи Ларри прочитано. Как шалтай болтая. Нет никакого смысла спасать мир, в котором нет моей очаровательной задницы. Рада, что вы согласны. Трансференция — это будущее. Короче, надо найти мои реактивные ранцы. Без них до центра трансференции не добраться. Ага. В принципе, передвигаться по Марсу безопасно, но лучше держаться подальше от песков. Старайтесь не ходить с твердой поверхности. Не ходите по коричневому песку, иначе привлечете арахнидов. Передвижение арахнидов... Бляха-муха. Как бы их назвать? Слишком не так, а то вдруг в реале приедут ко мне. Я не хочу этого. Так. А то песочками буду звать. Песком. Под землей можно отслеживать по вибрации поверхности. Главное не подпускать их к себе. Смотри под ноги, чувак. На песок не наступать. Да ладно, да охуярим. Ой, дурак, мне показал свинья оружие, да какое, блядь? Мне честно, ребят, на какое мне было свиньи оружие? Бля, значок снизу классный. Такая загрузочка классная. Мне нравится. Ну чё, гениально же, да, ребят? Чёрт! Похоже, энергомодули здесь! Нам нужны реактивные ранцы. Чего, блядь? Ух ты, это ж мой таз! Жирный краб жестко меня отделал! Какой краб, ты о чём? Блядь! Ну, а чё, вы сами все прекрасно видели. Так, гравий пояс улучшает вашу мобильность в воздухе. Активируйте его, нажав пробел, удерживайте Ctrl, чтобы быстро опуститься. Находясь в воздухе, нажмите Ctrl, чтобы парить, таким образом снизить расход энергии. Понятно, все я понял. Постой,
А где мой дрын? Ник! Ник, где мой дрын, Ник? Ник, ты бы знал, как тебе повезло. Ничего. Ник, искать еще твое хозяйство? Ничего гаже, чем думать, что нашел таки свой отхреначенный хрен, а потом понять, что хрен там это не хрен. Посочувствуй мне. Опа. Электромодуль вычислен. Я не знаю, терминалы перезагружены. У меня два терминала каких-то перезагружены. А, наверное, внутри здесь и один здесь. А где я? А. Надо найти все, что от меня осталось. От висков до пальцев ног. Все, чел, Ирина вернет меня к жизни. Ну да. Черт, это невозможно. Черт, С2. С 3D-принтером Рины и космоспермой возможно все. Глупости, Херк. Трансференция сделает тебя великим. Вы сами не пугайтесь, если услышали сирен. Ни хрена себе, не стреляй! Сокрушимым. Ты станешь совершенным. Ребят, я на секунду отключусь. Ау! Только, блин, нажал на запись, меня грохнуло. Ну, блядь, даже аптечки не дают. Ничего, сейчас им пиздюлей нададим. Какого хрена? Меня не предупредили, что они будут еще и харкаться в нас. Надо найти все, что от меня осталось. От висков до пальцев ног. Все, чел, Ирина вернет меня к жизни. Черт, это невозможно. Черт, С2. С 3D-принтером Рины и космоспермой возможно все. Глупости, Херк. Трансференция сделает тебя великим. Ты станешь бессмертным, несокрушимым. Ты станешь совершенным. Хотя доля я бы хотел бы съехать должен на признаться, Марс. Рина. Ну я никак. Шкуру временно. Так, близко. Тебе... Вот, а, нам к этой, да? Здесь как бы она близко, я бы сгонял бы. И что, нам надо будет вот так к ним каждым идти? К этим точкам? Что, в реале? Ну, ребят. Нам тупо надо что-то тут активировать. Человеческие радости, Ирина. Плотские утехи, упоение чувствами, упражнения кишечника. А, бляха, муха, у меня птичка была. А? Не ори там. Слушай, чувак, я понял. Ты боишься, что я убью тебя, став роботом? Не переживай, я буду хорошим роботом, как R2-D2 с пулеметом. Ты, наверное, хотел, как сказать, Марк 4 из Far Cry 3 Blood Dragon. Блин, классная часть все-таки была. Нам все равно туда, и, наверное, когда мы пойдем, надо будет активировать вышку нам. Неужто ты не хочешь, чтобы я стал машиной для убийств, а? Бляха, муха, тут тупо на R можно перезаряжать. Зачем мне пишут на X, чтобы сменить оружие? Зачем? Я чё, бля, тупо собрался менять оружие? Зачем? У меня ни хрена нету. А у меня есть кулаки. Ну да, кулаками сейчас будем. Получена граната. Не играй с моими чувствами. Больше у меня ничего нет. Бля, Кирк, ты меня просто убиваешь. Ой, да. Какой хер ты даешь? Ну че ты... А ему же нравится граната, забыли же, ребят? Как думаете, долетим? Попробуем?
впереди центр трансференции. Блин, чел, теперь я сгораю от нетерпения. Поверить не могу, что через пару минут стану холодной, бесчувственной машиной смерти. Это будет круто, чел, круто! Ну да. Только попытаешься меня убить, я тебя убью. Сам. А то я наиграл, я как-то поиграл в Black Ops 3. Мне хватило, когда в самом начале меня прям робот. Ну, кто играл, тот поймет. Мне прям вспоминать это не хочется. Я, конечно, все понимаю, но куда мне? Тут что, вход? Или что, сверху? Ладно, подождем. Там вот где-то бегали, кстати. Эти пески. Ну, я о чем и говорю. Так, терминал на верхнем этаже. Вруби питание и воспользуемся камерой трансференции. Лети как ветер, обезьянка! Обезьянка, это так! Еще бы так говниться. Там три черта еще бегает. Так, где-то я здесь хотел набывал. Так, а тупо лестницы нету? Да, зачем делать лестницу, когда ты сам допрыгнешь? Логика! Мне кажется, что это легко как-то все. Центр. Питание центра восстановлено. Ну да. Камера готова к использованию. Если будете. Заткнись. 297 у меня. Ну, грузись, ты че? Нету, с этим все нормально, ладно. Бляха-муха, мне теперь назад не уйти. Давайте часами будем сидеть здесь, ждать, когда же загрузит это нас. А чё? Как раз уйдет у нас серия 20 с чем-то, как в оригинале. Алло! Да я не хочу это смотреть. Ладно, если что, я обрежу это. Если будет долго, конечно. Служба Far Cry 5 недоступна. Повторить попытку позже. Команде наши шансы на успех возрастут. What the fuck is this? Тату братья! Сунь меня туда, чувак! Тату братья! Да ладно, ты Джейсона помнишь? А Джая ты помнишь? Он надо мной горает? Соединение было прервано, но мы восстановим его... После запуска игр. Пока этого не произойдет, некоторые функции не смогут быть доступны. Я понял. Ладно, ребят, давайте я тогда думаю. Хотя пофиг. Сейчас быстренько сделаем. Я хочу просто чекпоинт. Быстренько, чтобы чекпоинт был. Чтобы я быстренько перезапустил игру и. Хотя, знаете что, пофиг. Сейчас сразу скоро уже закончим, так.
И самое крутое... А, нет, урон. Вот это будет самая крутая. Здесь винтовка самая эта крутая. У нее стальный чертеж номер 2. Ага. Да, ну урончик у нее не кислый. А у пистолета сколько у меня урончик? Ну, 5. Винтовка будет похуже, я смотрю. Ладно, пока побегаем. Куда? Чёрк. Я знаю, что я долечу, конечно. А чё ж мне ещё делать? Конечно, долечу. Берегись, большой груз Макрам! Это она! Она! Эта крабиха украла мои причиндалы! Я эту мерзкую рожу никогда не забуду! Это из-за тебя мой прибор зарыт в песок и похож на котлету в панировке! Воу! А их два, смотрите-ка! Какого, блять? Я промолчу. И как же мне с ней драться? Пока я тут, кстати, сидел, смотрел на загрузку, я придумал, как назвать серию. А я вам не скажу, ребят, увидите, когда она выйдет. Гениальная, блин. Братья, сунь меня туда, чувак. Вот откуда она? А, тут же, блядь, песок, точнее. Блядь, песок легко сделать в аркейдном режиме. Когда через... Берегись, большой космокрафт! Огромный космокраб! Окей. Это она! Она! Эта крабиха украла мои причиндалы! Я эту мерзкую рожу никогда не забуду! Это из-за тебя мой прибор зарыт в песок и похож на котлету в панировке! Ты отомстил за меня! И за мой член! Это по-братски. Ну я тупо в нее просто стрелял. Так, клади меня. Я про твой член вообще не думал. Я вообще забыл, что он здесь существует. Ой, бляха-муха, не пугай меня так, чувак. Нежнее, бороду растрепишь. Ой, уси-пуси. Да бороду видите, как он боится. Чего сделать? Превратите Хёрка в робота. Вот! Это... Да! Я Бробокоп, чел! Киборг! Полуробот! Супермашина! Ты же понимаешь, что это уже занято?
Да, чел? Готовься к мега-стояку. Внимание! У твоего дружище братонатора такие лазеры, что этих крабов на атомы порвет. Мое новое идеальное тело способно выдерживать все виды агрессии. Ты просто показывай, куда идти. Я пойду. Даже спорить не буду. Если только ты не заговоришь про мартышек. Если вдруг случится жопа и выхода не будет, используй меня. Я запросто отвлеку их. Ты видел, как... Я знаю, у тебя проблемы с этими мартышками еще из прошлых частей. Я понимаю, а я все части Warframe проходил. Да отойди ты! Отвлекай тебя от того, что нашим собратьям-людям нужны герои, которых они заслужили. Нужно найти еще энергомодули. Смотри, там вроде рядом антенна. Ты подожди, чувак, ну не путай ты меня! Космическая броня даст вам нехилое усиление. Чёрт, как ты оказался во всем этом замешан? Это не важно. Важно, чтобы ты понял, в какой мы все опасности. Потому что я не понял. Я облажался. Я ни хрена не понял. Вообще. Всего-то хотел впечатлить Рину и справиться со всем сам. И что в итоге? Мое тело разнесло по всему Марсу. Зря я ей сказал, что я величайший воин Земли. Теперь-то я все понимаю, но чего не сделаешь ради перепихона. Вот я и говорю, что не надо быть дураком, Николас. Не надо думать, что ты первый парень на деревне. Нужно быть ск... Заткнись, Йорк. Мы будем тупо вот так топать по этим вышкам. Ага. А потом вернемся сюда. Не, серьезнее, нужно включать мозги, как старина Хёрк. Ты шутишь, что ли? Да я здесь только из-за того, что ты их не включаешь, Хёрк. Ты идиот. Я был идиотом, Ник. Был. Прошедшее время. И очень недолго. Секунд 17. Гораздо меньше, чем многие, которые тупят всю жизнь, и это доказанный факт. Значит, математически невозможно, чтобы я повел себя как идиот в ближайшее время. Статистика — надежная наука. Так? Так? Ник? Ну, да. Я тебя не понял, ну ладно, я соглашусь с тобой. Да проще самому справиться. Бля, ну они такие противные, не хочется даже подходить ближе. Получена граната. Да ладно. Ой, да ладно. Круто. Не, знаете, а мне нравится на Марс. Я вряд ли хочу сам туда слетать. Не знаю, из всех планет мне нравится больше пока Марс. Ну классный, он просто шикарный. Кстати, что-то знакомая музыка. Ну вот честно, не помню, где я слышал это. Ну что, знакомая. Впереди антенна. Все как в прошлый раз, лезешь наверх и включаешь терминал. Все как в прошлый раз. Вы можете сбивать контрабанды из яиц. Я никого не вижу. Сдох. Сдох. Не, если ты винтовка не бесполезна стала. Да кто суруектировал это все? Выглядит прикольно. А мне так опасно. О, подумай, чувак, это шанс испытать себя. И реактивные ранцы. Будь осторожен. Стабилизаторы опасны для любой органической материи. Не повезло же тебе со всей этой органичностью. Тебе бы тоже стать роботом-убийцей, как я. Трансференция — это будущее.
Роботы не стареют, не гниют, не умирают. Роботы вечны. Ты хочешь стать вечным, Микрай? Да не, я так. Хватай яйца, крабонаты тебе пригодятся. А что произойдет, когда Арина восстановит питание? Когда вы восстановите питание терминалов, я снова получу доступ к своей сети. Армия роботов будет перезапущена. Она поможет справиться с арахнидами. Чего? Армия? Полностью вернув управление, я направлю роботов к пусковому модулю и отправлю их на Землю. Боже. Да, это будет круто. Хёрк, это же чудовищно. Да, это мы... Хёрк, это же чудовищно. Пипец вы даете, ребят. Да, лети. Чёрт, а чё, нельзя вообще сделать, чтобы они, ну... показывался всегда. Создать группу, положение прицела с перемещением по центру. Конечно, по центру. Нахуй мне здесь перемещение? Высокий, да, конечно. Я сам выбрал. Мне все равно. Так, значит, это, наверное, больше всего интерфейс. Чтобы здоровье показывалось всегда, нельзя выбрать? Как бы тут показано, что включено, ну бляха-муха. Ну зачем его убирать? Я хочу видеть всегда свое здоровье, так. Во, идеально. Я уже приблатыкался, вы видите, ребят? Так для меня это уже просто на изи делает. Ладно, давайте на этой чудесной ноте мы закончим пока. Я чуть не ослеп от всех этих вспышек. Что это за хрень? Я отметила расположение частей тела на карте. Круто. Будем все собирать. Соберем его полностью. Все задания будем делать. Потому что я думаю, это как-то логично будет. Потому что я хочу все сделать. Потому что это дополнение круче прошлого. Я вот сейчас не знаю, что там будет еще с этими ходящими мертвецами. Честно сказать, пока не знаю. Увидим, но пока мы проходим Марс, и он очень классный. Посмотрим, что там. Ага, смотрите-ка. Чем больше мы открываем, тем больше мы сможем найти частей Хёрка. Центр по ремонту роботов. Ну, сначала, да, мы сюда сбегаем. Энергомодуль. Энергомодуль. Ну, мы сюда вернемся, так что ничего страшного. Я собираюсь все эти энергомодули сделать, так что... Послушай, Ирина, я тронут. Ведь ты не горишь желанием снова сделать меня человеком. Мы достаточно с тобой общались, Хёрк. Я знаю, логика к тебе неприменима. Ух ты, приятно это слышать. Ты меня понимаешь. Ты стебнула так. Микрай прав. Конечно, я только осмотрюсь немного. Простите. Ну, я хотел его заткнуть. За мной, должок! Ага. Ссылка на плейлист будет... Простите, слишком долго Куплинова смотрел. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.